Всем привет, друзья, из солнечной Алании. Сегодня на дворе у нас конец ноября, на улице плюс 25 градусов. А в сегодняшнем ролике я хочу вам показать 4 классных варианта квартиры в городе Алании. В сегодняшнем выпуске я покажу вам 2 квартиры в новостройке по хорошим ценам. И также мы посмотрим 2 квартиры в старом фонде, также по хорошим ценам. Посмотрим, в каком состоянии, за какую вообще стоимость можно купить квартиру в старом фонде. В общем, этот ролик будет насыщен информацией, каждый найдет для себя что-то полезное. Если вы, конечно, планируете покупку недвижимости в Алании, мы назовем плюсы и минусы этих вариантов, а вы, собственно, можете в комментариях высказывать свое мнение, досмотрев этот ролик до конца. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, а мы начинаем. С каждой комнаты у нас выход на балкон. Общий балкон, вид во внутренний двор идет здесь прям. Да, вид, смотрите, на красивый бассейн, огромный, кстати, да, вообще бассейн. Здесь видите уже красивый гипсокартоновый потолок. Здесь уже дорогущая, смотрите, плитка. Обалденный большой коридор. Да. Квартира у нас 4 плюс 1, 190 квадратных метров. Цена, друзья, 128 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Долларов, заметьте, долларов. Вау, 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 смотрите. Зал. Это зал, друзья. Вот я вот так вот, чтобы люди прям хорошенько увидели, я пройду сюда вот так. Обалденно, вот он. 3 точки света. Выход на балкон, кстати. Итак, друзья, смотрите, мы находимся на улице Ататюрка. Вот так все это дело выглядит. Вон там Екта Хоум строит свой крупный проект очень, с очень дорогими ценами. И вот у нас наш жилой комплекс Prestige Residence 3. Вот так он выглядит. Мозаичка, все дела. Раньше это было круто, наверное, да? Да. Мозаика вот эта. У нас, кстати, в Сочи тоже есть мозаики, прям пятиэтажки. А вот он, вход в подъезд. Сейчас быстренько вам сниму придомовую территорию. В принципе, вот сейчас захожу, сразу ощущение, ну, аккуратненько все, уютненько. Согласись? Да. Чистенько. Чистенько прям. Смотри. В принципе, вообще, сравнить вот с нашим старым фондом, с нашими девятиэтажками, это вообще земля и небо. Смотрите, даже есть небольшой горки, аквапарк небольшой. Вот он, бассейн. Все, в принципе, в состоянии хорошем. Барная стоечка. Барная стоечка, душ, беседочка. Здесь все это накрывается летом, судя по всему, да? Да. Либо скоро это все зарастет красиво. Ну и вот он, сам домик. Не, ну, вообще нормально. Мне нравится. Пойдем смотреть квартиру. Прям даже язык наворачивается. Ну, прям аккуратненько, да? Да? Мы находимся, друзья, в подъезде. Вот удивляемся, какая все-таки отделка, да, в подъездах. Это травентин, ты говоришь? Да, травентин. Вот это что? Мрамор? А это уже мрамор. Ну да. У нас вообще как подъезды выглядят? Просто краской вот все покрашено? Зеленый. Зеленый, да. Вот так, половинка причем. Так, ну что, заходим, лифты, смотрите. А, еще нет, еще не приехал. Так. Заходим. Двойная безопасность двери. Да, третий этаж. Все, едем? Да, интересно, конечно, все так устроено. Да? А у нас такие лифты вообще? Да, у нас, помнишь, такие лифты, которые постоянно застревают? С деревянными этими дверями почти. Ну, такие, да. Пластмассовые, под дерево. И такие прожженные кнопки все. Да. Друзья, вот сейчас пришли, просто квартира стоит открыта. Да. Серик говорит, уровень доверия, да? Доверия. Просто человек открыл, его потому самого что нет. Этот сосед, ни другой, просто так не зайдет, там ничего не возьмет, потому что это... Просто открыл дверь на распашку, никого в квартире нет. Да. Кто заходит? Ну, его нет нигде, серьезно. Да. Итак, друзья, снова доверим операторскую работу Серику. Квартира у нас 3 плюс 1, с мебелью полностью. Ну, мебель сейчас мы посмотрим, какое, конечно, качество. 140 метров квадратных, 2 санузла, 2 балкона. Стоимость 65 тысяч долларов, опять же. 65 тысяч долларов, это сейчас я вам сразу переведу. Многие спрашивают, а сколько это 65 тысяч долларов? Как будто это информация в закрытом доступе. Друзья, у вас же интернет под рукой, вы же меня в интернете смотрите. Это у нас получается 54 тысячи евро за квартиру 3 плюс 1 на улице Ататюрк. Ну что, смотрим. Большой коридор. Что здесь? Давай вначале, наверное, с кухни-гостиной. В принципе, смотри, уютненько. Старый фонд. Старый фонд. Вот такой. Как и сам назвал. Слушай, мне напоминает все это дело, знаешь, как... Турецкие сериалы? Нет, старые американские фильмы. Я же турецкие сериалы не смотрел. А, ну.
Да. Причем мебель, по всей видимости, новая, видишь, все в подушечках, и здесь даже вот это еще в пакете. Кухонный гарнитур. Кухня совмещенная, кстати. Красивый потолок, кстати. А? Как тебе? Потолок. Не, потолок красивый. Зал такой, вот, я тебе скажу. То есть не такой узкий, не такой теплый маленький. Пол. О. Теплый пол. И давай выйдем на балкон, посмотрим, как на балконе виды. Так, выходим на балкон. Ну и вот он вид, собственно, на бассейн. Там новостройка строится, Family Residence 2. Ну, этот весь мусор потом уберется. Это у нас что, похоже на Екту, не знаю, Екта, не Екта. Екта, Екта. С этой стороны что? В принципе, нет такого, что прям сильно дом в дом. Знаешь, бывает прям здесь близко в Махмутове. Да, прям балкон на балкон такого нет. Простор, нормально. Везде в порядке. Мирба. Вот собственник, собственно, пришел. Все-таки. Кстати, ну вот так смотрю, вообще все в таком, в принципе, приличном состоянии. Я бы не сказал, да, вот смотри, вот всяким вот этим мелочам, прям приблизь. Прям приблизь. Ну что, в принципе, все вот в таком состоянии, прилично. Обжито, обжито, то есть. Как будто к маме домой, в общем, приехал. Что-то вот такое вот впечатление. То есть не забыли его, допустим, в таком состоянии, допустим, 5 лет тому назад бывали же у нас там разные эти объекты. Прямо здесь прям обжито. Прям блин, чувствую. В Сочи я повидал, я тебе говорю, в старый фон, там капец, заходишь, жить невозможно, нужно вообще все вот так выносить и заново. Да, стены, кстати, очень свежие, видно, что они там. Ну, видимо, подосвежили, да, все? Да. Итак, что мы имеем? Спальня номер один, здесь заниженная кровать, как приоры, да? Чем да. Выше горы, тем ниже приоры. С выходом на балкон. Пойдем, выйдем на балкон, покажем. Комната, кстати, маленькая, согласись? Да, спальня. Мне кажется, еще за то, что кровать на полу вообще странно все очень смотрится. Вид, в принципе, вот такой. Вот тоже посмотрите, да, старый фон. В принципе, ухоженная, хорошая такая территория. Это не мусор, не этот, то есть не строительный, ну, глаза, мусор. Знаешь, нет, что неприятно смотреть. Да. В принципе, все аккуратно. Кстати, правильно заметил, что балкон не, на балкон не смотрят, то есть что там не притык прям. И вот это, кстати, просто у них как коридор, то есть окно в окно не смотришь. И вот это тоже у них коридор. Ну, видите, входные двери? Галерейка. Да, вот видите, вот Лилечка сидит. Идем дальше? Идем дальше, да. Давай, Серик, дальше продолжим петь. Хорошо, что там, кстати, теплый пол. Я прям чувствую вот этот холод от вот этого, не знаю, пола. Мне вообще прям не заходит. Такая же вот эта комнатка, небольшая. Здесь в подарок идет принтер Canon. Да. Со сканером, кстати. Вам повезло, да. Это прям... Три в одном. Да, три. Многофункциональное устройство. Вау! И картина от Пикассо. Так, дальше. Шутим, конечно. Здесь, кстати, прихожка. Ну и здесь, вот здесь нормальная хотя бы комната. Здесь нормальная комната, это комната хозяев. И здесь вот санузел. Свой санузел. Свой отдельно санузел. Без душевой кабины. А, да? Да. Ну просто да, в туалет типа сходить. Там есть большой, кстати, санузел, пойдем его показать. Вот. Центральный санузел, так его назовем. Централизованный санузел, да. Душевая кабина. Угу. Как бы все есть. Ну как-то так, друзья. Ну что, по этой квартире все, в принципе, по-быстренькому, да, показали. Мне, честно говоря, не очень нравятся такие варианты, но если у вас такой бюджет, то, в принципе, как вариант, нормально. Заезжаешь, можно потихонечку какую-то менять мебель, там, покупать нормальные кровати, конечно, не вот эти заниженные. Можно отремонтировать. Кстати, тут мебель стоит очень дешево в Турции. Мебель, кстати, стоит, да, очень дешево, и мы вам обязательно поможем. Непосредственно Серик у нас поможет вам по мебели. Резюмируем по этой квартире. 3 плюс 1, 140 квадратных метров, 65 тысяч долларов. Все, идем в следующий вариант. И, друзья, на сегодня крайняя, да, квартира у нас вот в таком вот жилом комплексе. Я сейчас вспомнил, говорю Серику, вот эту квартиру, ну то есть не вот эту квартиру, а квартиру в этом доме я в первый раз снял в Алании. То есть это была моя первая квартира. И сейчас у меня ностальджи. Да. Вот здесь Мигрос, а сверху фитнес-клуб. Ну, в принципе, вот. Вот, видите, мы недалеко уехали. Это улица Ататюрка. Так выглядит придомовая территория. В принципе, все очень скромно.
Но зато, как бы, есть, я помню, первый раз удивлялся, нам показывала риэлтор девочка, она такая, ну, территория неказистая, я такой после Сочи, да в смысле, такой говорю, нифига, тут пальмы, бассейны, спортивные площадки, там зона для барбекю. Ну да. Мы заходим в подъезд. Третий этаж. Вот. Лифт. Три. Сенсорный. Не очень хорошо работает. О. Пальцы холодные, может, у тебя. Пальцы беспонтовые, да? А, в общем, здесь цена будет сколько у нас? 32 тысячи всего евро. Но квартира 1 плюс 0. Студия. С мебелью. Сочинский вариант. Ну, сейчас посмотрим. Я тоже в ней не был еще ни разу. Сейчас глянем, друзья. Квартира номер 3. Вуаля. Заходим? Проходим. Так, давай сразу включим свет. А. Свет включен. Ну, блин, ну... Ну, блин. Ну, как себе? Кухня. Чисто сочинский. Вот сочинский вариант, ребята. Прям узнаю. Ну, смотри, просто цена тут вообще... Если так, маленькая? Ну, 32 тысячи. Сколько тут площадь, интересно? 25? Мне кажется, да. Но у них же здесь брут-то идет. Они еще скажут, что 50 квадратных метров. Да, еще как бы балкон. Балкон, кстати, добротный. Еще и застекленный, видишь? А здесь, да. Кстати, вот теплее, чем в той квартире. Самая теплая квартира, кстати, из всех. Да, которую мы сегодня смотрели. Вот она, придомовая территория. Что тут? Что тут показать? Я вот помню, в Сочи вот так заходил в квартиры и такой, ну вот, все. Больше как бы нечего показать. Холодильник вот есть. Холодильник, да. Пол холодильника, так скажем. Я не знаю, ну брать ее в принципе, знаешь как, для отдыха, чтобы просто бросить вещи и переночевать здесь, все остальное время сдавать ее, да? Либо сдавать, да, ну, как вариант. Для сдачи самый такой вариант, то есть, жили и сдавали, угу. Угодно. В летнее время тут точно отбоя не будет, потому что Ататюрка, все. Да, рядом. Море рядом. Море рядом, пешком ходить. В принципе, нормально, да. Именно для таких вариантов, да, либо дача. Вот такое вот видео, в принципе, получилось. Приглашаю всех в комментарии, делитесь своим мнением. Пишите, кому что понравилось. Дорого-дешево, на ваш взгляд. Вот. Пишите, кстати, что бы вы еще хотели увидеть на канале. Будем снимать. В общем, подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного. Подписывайтесь на новые ролики. Увидимся в Алании, друзья. До новых встреч. Пока-пока.